Когда архидемон пал, мор кончился. Но порождения тьмы не исчезли. Большая их часть двинулась из Данарима на север к Взморью и разделились на враждующие кланы. Начался хаос. Порождения тьмы выползли из укрытий и стали сеять ужас по деревням. Вам, новому командору Серых Стражей Фералдена, поручено возродить Орден и покончить с угрозой на севере. Вы прибыли в Амарантайн и едете в Башню Бдения. Крепость, принадлежавшая Эрлу Хоу, теперь служит вашему Ордену. Но по дороге вас никто не встретил. Это недобрый знак. Что-то случилось. В чем дело? Почему стражи нас не встречают? Что-то стряслось. Скорее, командор! Это вы, герой Фералдена. Слава Создателю. Рядом со мной был кто-то. Какой-то маг. Возможно, он страж, не знаю. Слышно было только крики и стоны. Я убежал оттуда поскорее и налетел на этих. Надо им помочь, надо сделать что-нибудь. Да, милорд. Спасибо, милорд. У нас мало времени, командор. Это башня Бдения. Когда-то она принадлежала Эрлу Хоу. Если учесть, что он сделал вам и всему Ордену, это, очевидно, наименьшая из проблем его семьи. Это не мор. С чего бы им вести себя так организованно? Не понимаю. О, простите, командор. Я думала, мы дойдем до форпоста и представимся должным образом. Меня зовут Мхаири, я была в рыцарях на службе у короля, а теперь меня завербовали, но посвящение я еще не прошла. Меня Синишаль послал за вами, я такого не ожидала. Верил Синишаль, он комендант крепости, как я поняла, работает в интересах стражей. Точно, давайте проучим этих тварей. Порождение тьмы! Осторожно! Конечно! Сделано. Так, у нас неприятности.
Скорее! Надо атаковать! Ну же! Покончим с этим! Отлично! Будет сделано! Конец уже. Спасибо. Кем приказание? У нас уже бинты кончаются. На той стороне дворика припасы. Несите бинты, скорее! Будет сделано! Как всегда готов!
еще ярче. Вернусь, когда все кончится, сэр. Отлично! Да! О, это поможет! Спасибо! Понятно. Форпост разгромлен. Как стражи могли не почувствовать, что порождения тьмы идут? Не понимаю. Немного. Может, дюжина? Но с ними были и просто солдаты. Так быстро взять форпост. Я не знала, что порождения тьмы на такое способны. Слышу вас, командор. Можете на меня положиться. Будет сделано. Этого я не делал. Не поймите меня неправильно, я отнюдь не печалюсь об их смерти. Вон тот очень забавно булькал, когда умирал. Конечно. Ну ладно, они помогли немного, прежде чем трагически скончаться. Андерс к вашим услугам, маг и отступник в розыске. Отступник? В башне бдения? Вас здесь не было, когда мы пришли. Я бы точно запомнил такую красивую женщину. Мы просто остановились здесь по пути в башню. Передохнем и пойдем дальше, сказали они, и умерли. Какая незадача. Так они назвались. Но наверняка ведь никогда не узнаешь, верно? Храмовники поймали меня и повели назад. А потом вдруг порождение тьмы напали. Может быть, это знак? Распоряжайтесь мной. Вы уверены, командор? Я, конечно, не серый страж, но особой любви к порождениям тьмы не испытываю. Давайте покончим с ними, а что потом, обсудим потом. Да.
Как скажешь. Как мы боимся! Не ходите сюда, не надо! Этого мало, твари, чтобы нас убить! Приходите еще, если посмеете! Конечно! Бегите подальше! Скорее! Хвала Создателю! Будет сделано! Всегда готов! Конечно! Как скажешь. Отлично! Как скажешь. Порождение! Мы! Осторожно!
моя любимая! Сейчас ты увидишь, как надо сражаться! Я тут наверное. Как скажешь? Спасайтесь! Бегите скорее! Благослови тебя, Сестра! Дайте! Сделано. Отлично. Всегда готов. На тебе! Когда они пришли, я подумал, ну погодите, вот придет новый командор, он вам задаст, зубы из задницы выковыривать будете. А потом крики, крики, и тут ты. Здорово. Что, свои глаза подводят? У меня так после пятой бутылки только бывает. Пришел я, значит, сюда, вдруг, думаю, в серые стражи сгожусь. Он уже был здесь, когда я уходила. Даже странно, что стражи его за это время не вытурили. О, смотри-ка, не как та самая цыпочка со своей штуковиной. Да, просто подарок для стражей, ничего не скажешь. Знаю, знаю, так сразу и не подумаешь, да? Эй, а что это за маг? Твой новый мальчик? Мне вам не мешать? Ух ты, гном, смердящий пивом. Посмотрите, что за диво, нигде такого не увидишь. Гляньте, маг-комедиант. Я думал, такие всегда молодыми умирают. Хе, с кровати утром слезать тоже рискованное дело. Плевал я на риск. Риск, думаю, в долгу не оставался. Ладно, потом об этом поговорим. Пойдемте лучше к порождениям тьмы, мы им еще не всем башки поотрубали.
Хайри? Роланд! Командор, Роланд рыцарь из Денерима, как и я. Надо ему помочь. Боюсь, целебная магия тут бессильна. Может, глоток виски, чтобы облегчить боль? Мне нравится ход твоих мыслей. Прекратите, это не смешно. Командор? Мы только-только получили предупреждение. И тут они сразу появились, командор. Сенешаль приказал идти в контратаку, но они возникли прямо из ниоткуда. Одно из порождений тьмы говорит и очень хорошо колдует. Говорящее порождение тьмы? У парня бред. У меня что-то в крови. А, как жжет! Пошло туда, за Сенешалем. Я отомщу за тебя, Роланд, клянусь. Порождение тьмы! Осторожно! Кем прикажешь драться? Еще один готов. Все кончилось точно так, как он предсказывал. Того берите, да помягче. Мы не хотим убивать сверх нужды. Сверх нужды? Как будто у вас другие нужды есть. Ты думаешь, ты нас хорошо знаешь, человек? Что ж, понимаю, но скоро все изменится. Придут другие нам на смену, тварь. Они вас перебьют. Вот. Кажется, ты прав в большей степени, чем сам предполагал. Оно разговаривает. Ну, так давай заткнем его! Командор. Серого стража в плен. Остальных можно убить. Надо...
Нападай скорее! Кретин, будущий дом. Это тебе выйдет боком! Почему магов так боятся? Никого не жалеть! Это моя любимая часть! Тебе не на что надеяться! О, сейчас повеселимся! Еще не страшно? Оглянуться не успеешь, как умрет! Я уничтожу! Сейчас ты увидишь, как надо сражаться! О, сейчас повеселимся! Пора устроить заварушку! Сейчас ты увидишь, как надо сражаться за дело. Ты меня вынуждаешь. Мы победили! Командор, я обязан вам жизнью. Солдаты на дороге. Кажется, у нас новые гости. Будем надеяться, они будут полюбезнее, чем предыдущие. Кажется, я немного опоздал. Жаль. Пропустил все побоище. Король Алистер? Хотел устроить встречу стражам, как подобает. А вот этого совсем не ждал. Что случилось? Уцелевшие порождения тьмы сбежали, Ваше Величество. Серые стражи из Орлея либо погибли, либо пропали. Пропали? Их что, порождения тьмы забрали? За ними вроде не водится. Не знаю, Ваше Величество. Знаю только, что многих мы не досчитались. Ясно. Что ж, гляжу, герой Ферлдена все-таки здесь, жив-здоров. И то хорошо. Ха-ха, ну я уж как-нибудь думаю. Тебе предстоит нелегкая задача. Хотел бы я помочь тебе с порождениями тьмы, но что поделаешь? Сейчас ты сам по себе. Я вам что, наговый паштет? Судя по запаху, что-то вроде. Я пришел в серые стражи в ступень. Я гляжу, лишняя пара рук вам тут не помешает. Где огромный кубок? Дайте рот прополоскать. Ха! Лопни, моя задница, я согласен. Я полагаю, в трудное время нужен и важен каждый. В стражи вступаешь? Ну, удачи, удачи. Король Алистер, Ваше Величество, остерегитесь. Это же опасный преступник. Гном-то? Нет, он, конечно, не сахар, но не настолько. Это она про меня. Это отступник, которого мы ведем в круг, чтобы предать правосудию. Ой, вот не надо. Ваши познания о правосудии убоги и куцы. Убегу снова только и всего. Не будет этого. Лично прослежу, чтобы тебя вздернули, убийца. Убийца? Но те храмовники, они же... Ах, да что толку? Будто вы мне поверите. Боюсь, тут мало что можно поделать. Если только ты ничего не хочешь сказать, командор. Что? Никогда! Я полагаю, серые стражи не утратили право призыва? Лично я разрешаю. Но если... Если Ваше Величество так считает... Ха! Молодчина! Добро пожаловать в теплую компанию! Я? Серый страж? Что ж,
Это выход. Поздравляю, сэр Мак. Рада буду сражаться плечом к плечу с вами. Что ж, если у вас все под контролем, то я пойду, пожалуй. Да, имение уже в безопасности. Мы понесли большие потери, но порождение тьмы ушли, и есть выжившие. О, простите, я же не назвался. Меня зовут Верал, я сенешаль башни бдения. Спасибо, что пришли на помощь, командор. Я помогу вам править землями Амарантайна. Но как командор серых, вы также равны нашему Эрлу. Нам многое надо обсудить. В первую очередь, посвящение. Вам придется искать рекрутов. Безопасность Фералдена теперь в руках серых стражей. Пусть их и осталось так мало. Вам предстоит подавить морф зародыши, пока еще не слишком поздно. Это трудно, но я в вас верю. Удачи, командор. Да хранит вас Создатель. Прежде чем перейдем к другим делам, командор, надо решить один неотложный вопрос. На данный момент я знаю только одного посвященного стража на весь Фералден. Надо бы это исправить. Остальные могли бы вам помочь. Как пожелаете, командор. Настало время приступить к посвящению. Я скажу слова, которые повторялись со времен первого стража. Присоединяйтесь к нам, братья и сестры. Присоединяйтесь к нам, к сокрытым тенью, где мы бдим неусыпно. Присоединяйтесь, ибо на нас возложен долг, от которого нельзя отречься. Если вам суждено погибнуть, знайте, эта жертва не будет забыта. И однажды присоединимся мы к вам. Отныне и впредь ты... Серый страж, Огран. Что это? Наперсток? Это ты на мой рост намекаешь? Ну, это наш обычный кубок. Правда? А ничего так. Спаси нас, Создатель. Отныне и впредь ты серый страж, Андерс. Нам придется пить кровь порождения тьмы, так что ли? Именно. Ну, ладно. Но если через две недели я проснусь на корабле в Ривейн в подштаниках и с клеймом на лбу, буду знать, кого проклинать. Жив, командор. Скоро очнется. Отныне и впредь ты серый страж, Мхаири. Как я ждала этой минуты. Прости, Мхаири. Да примет тебя Создатель. Бедняжка, Мхаири. Откройте двери! Надо сообщить командору о входе на глубинные тропы. Там может быть их логово. Вы предлагаете стражам строить планы на слухах? Пусть даже это и правда. Все равно, если к моменту сбора армии не расчистить тропу пилигримов, солдатам придется есть подметки. Гарвилл, Вулси. У командора был тяжелый день. Вулси говорит, что кое-кто из купцов спасся от порождений тьмы. Они снабдят вас припасами за разумную цену. Ну а башня твоя. Можешь брать любое оружие и доспехи. Мы подождем, пока ты будешь готовиться.